Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. В прошлом видео я рассказывал, как подключить Яндекс.Метрику через Google Tag Manager и описал основные настройки интерфейса. Сегодня о двух крайне полезных фичах метрики – карте скроллинга, кликов и так далее, и веб-визоре. Фичи эти нужны для того, чтобы понять, как посетители взаимодействуют с вашим сайтом. Причем Яндекс.Метрика показывает это наглядно, вот прямо нагляднее некуда. Вот, например, веб-визор, который, естественно, не работает, потому что он не подключен в настройках счетчика. Вот эту галочку мы не включили при установке счетчика. Включаем, и веб-визор пишет, что нет данных. Но на самом деле он продолжает не работать, потому что у нас на сайте старый код счетчика. Надо его заменить. Вот он очередной плюс Google Tag Manager. Не нужно идти на сайт, искать код и так далее. Все собрано в одном месте. Все ясно, наглядно, меняется в два клика. На самом деле, конечно, лучше подключать веб-визор в самом начале, до установки счетчика, но я специально прошел этим путем, чтобы показать, как действовать, если у вас эти функции не подключены или вы внесли какие-то изменения, которые требуют переустановки счетчика. Ссылка на скринкаст о том, как работать с Google Tag Manager, есть в описании. А мы возвращаемся к веб-визору, который наконец работает и даже успел собрать кое-какую информацию. У нас есть 4 визита. Каждый визит можно раскрыть и посмотреть, какие именно страницы человек посещал. Также тут есть такое схематичное изображение какой-то дополнительной информации. То, что это поисковый трафик, из России, операционная система в данном случае не распознана и браузер был Chrome. Далее дата визита и время, проведенное на сайте. Но не это веб-визор. Веб-визор — это вот эта кнопочка Play. Сейчас мы переходим на сайт и видим в реальном времени, как вел себя посетитель. Где он скроллил, где останавливался. Причем это мобильный трафик, мы видим сайт так, как видел его посетитель. А вот, например, как показано, посещение с десктопного компьютера. Тут, видите, даже положение мыши записывается. Как использовать эту информацию, решать уже вам. Но, в принципе, возможность постоять за плечом посетителя, посмотреть на ваш сайт его глазами, это очень полезно. То, что вам кажется очень важным на сайте, возможно, большинство посетителей просто проскакивают мимо, а останавливаются там, где вам совершенно не нужно. Это повод что-то менять. Если говорить про настройки, то тут их практически нет. Можно добавить какой-то визит в избранное, развернуть экран, и еще тут можно посмотреть плейлист визита, перейти к записи посещения любой страницы, на которую заходил пользователь. Яндекс хранит эту информацию в течение 15 дней и записывает до 150 тысяч визитов в день. Следующее, о чем я хочу рассказать, это карты. Тут их 4. Начнем с карты ссылок. Тут показаны все ссылки на страницы, по которым переходили пользователи. У меня на сайте их особо нет, только меню, так что... А нет, вот еще по ссылке на Facebook кто-то перешел. Один человек. Красным показаны самые посещаемые, синим самые непосещаемые, желтым средние по количеству. Тут есть небольшие настройки. Можно даже сегментировать трафик. Как настраивать сегменты, я рассказывал в предыдущем видео. И также здесь можно перейти на любую страницу сайта или группу страниц и посмотреть, что происходило там. Но вот здесь все в основном нажимали на возврат на главную. Кто-то перешел на Тюникова, а остальные ссылки вообще не нажимали. Следующая карта – карта кликов. Это похожая история, но она показывает, куда физически нажимали люди. Очень смешно, когда сайт посещаемый, карта вся цветная, а не как здесь пустая. Наблюдать, как люди промахиваются мимо кнопок, причем таких много. Тоже, кстати, повод задуматься. Вот такая получается история. Дальше карта скроллинга. У меня она совсем плохо работает из-за недостатка информации. По идее, она показывает, на каких участках люди задерживаются, а какие проскролливают. Но у меня тут все достаточно однообразно. Максимум 3 человека задержались в среднем на 4 секунды на первом текстовом блоке. А вот следующая закладка, наоборот, крайне полезная для отслеживания конверсий, коими в большинстве случаев является заполнение форм. У меня тут форма только одна, поиск, но если форма у вас более важная, например, продажи или подписки, то тут собрана информация, какой процент посетителей взаимодействовал с формой и сколько человек отправили данные, то есть совершили покупку или подписались. Вообще то, что Яндекс выложил веб-визор в открытый доступ, то есть не берет за него деньги, это, конечно, круто. Вообще, насколько я знаю, аналогичные сервисы все платные, ну или с сильно урезанным функционалом.
Так что Яндексу 100 очков в карму. Все, любите друг друга, не бойтесь отдавать свои навыки бесплатно. Но во всем надо знать меру. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать о теплице социальных технологий.